Ежегодный конкурс «Безопасное колесо-2022», организованный совместными усилиями сотрудников полиции, отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения, межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский и управлением образования района, состоялся сегодня на базе Бличепсинской школы. Целью мероприятия явилось закрепление школьниками знаний правил дорожного движения, привлечение к участию в пропаганде среди детей и подростков, навыков безопасного поведения на улицах, что особенно актуально в преддверии летних каникул. Сегодня на территории района проходит конкурсное мероприятие «Безопасное колесо». В мероприятии принимают участие 10 школ районов. Мероприятие состоит из 5 станций. Это знатоки правил дорожного движения, оказание первой доврачебной помощи, фигурное вождение, автогородок и знание основ безопасности жизнедеятельности. Погода в этот день выдалась солнечная, что способствовало спортивному настрою ребят. Каждый в этот день смог проявить себя в знаниях правил дорожного движения, в оказании доврачебной помощи, спортивных навыков. Ребята показали хорошую теоретическую и практическую подготовку. По результатам конкурса победители в последующем примут участие в региональном мероприятии.